всех приветствую на своем канале. Сегодня решила поехать в теплицы к Матиасу Улику и сделать вам всем предновогодний подарок. Немного поснимать суккуленты, кактусы, литопсы. Что здесь есть? Вероятно, ничего не цветет, но все равно, возможно, мы найдем какие-то интересные растения. Вот здесь вот маленькие такие вот растут, и можно их купить, малыши совсем. Допустим, 1,50 €, а 4 растения уже будут стоить 5 €. И это здорово. Вот посмотрите, какие. Уже довольно подросшие, и даже мамиллярия грацилис с бутоном. Представляете, какая прелесть? Здесь вот лихтенбергии есть побольше. Побольше стоят 25 €, а маленькие есть по 10. Немного феррокактусов. Конечно же, сейчас они не цветут. Есть совсем малыши, которые можно купить по 5 €. Конечно, кактусы последние годы очень подорожали. Красавцы феррокактусы глауцесценс. Феррокактусы макродискусы по 14 €. И есть также по 6,90. А вот какие красавцы феррокактусы. Это латиспинус. Очень красивые, огромные, шикарные, широкие колючки красные. И их достаточно много. Они по 29 €. У меня тоже есть несколько феррокактусов в коллекции. Особо я ими не увлекаюсь, потому что вырастая, они становятся очень огромными. Вот как здесь, допустим. Но вот этот шикарный. Вы видите, какие у него, во-первых, огромные колючки шикарные. И еще волоски такие нежные, белесые. Очень красиво. И здесь их много. Так, сколько стоит этот кактус? Сейчас мы заглянем. Так, вот этот вот 95 €. Но он большой. А вот этот поменьше 75. И вот как их много. Их целый ряд. Я давно не была в теплицах у Матиаса Улика. Последний раз я была в конце июля, где мы вместе с нашим кактусным клубом собирались, грилили. Было так здорово. Теплицы здесь огромные. Сейчас слева показываю ребуции, сулькоребуции. Очень много. Вот эти вот все маленькие по 4. По 4,50. Цены различные. Здесь вот большие растения, и вот этот вот какой, смотрите, огромный. Да, для таких кактусов, конечно же, надо много места. Здесь вот какие-то переоценочки стоят, довольно неплохие. Это сулькоребуция Рауши. Вот сколько она стоит, такая огромная? 12 €. Ну, оно уже большое растение. Мамиллярия, гимнокалициум. В этом ряду очень много мамиллярий. Здесь направо риозицы и эхиноцериусы. Огромное количество. Также хильдевинтеры, да, и алоэ. Вышла из зала, потому что пришли люди, покупатели, и не хотела мешать. Здесь находится зимовка эхинопсисов гибридных. Достаточно прохладно должна быть температура. Но сегодня в Германии теплая погода. Кактусы везде.
большие, маленькие, очень огромные. Стоят в стеллажах, уже подготовленные, которые на продажу. Некоторые стоят, вот посмотрите в каком виде, корни вверх. Видите, это ферокактусы. И их будут уже, вероятно, высаживать в горшки. Их очень много. Видимо, получили новую партию. Вот этот вот, вот эти вот интересные. Посмотрите, это же ведь грузоны. Большие, огромные грузоны. Когда мы приедем в теплицу, возможно, через несколько месяцев, их будут уже продавать. Очень интересное растение. Возможно, уже выставлены на продажу. Такие вот. Посмотрите, какая интересная колючка. Ну, вот такое вот растение я бы тоже себе приобрела. Интересует меня именно вот небольшая колючка. Здорово. Разные кактусы. Также сдают кактусы, когда уже люди не хотят больше заниматься, потому что возраст не позволяет. Привозят вот такие огромные кактусы. Это натокактус. Достаточно огромная куртина. И вот здесь, посмотрите, какие шикарные астрофитумы. Астрофитум каприкорна минор. Вот с темными колючками. Вот здесь. И это все, конечно же, сдают. Посмотрите, мамеллярия спинассима. И вот она полностью уже в бутонах. Расцветает. Вы представляете, какая красота? А ведь это конец декабря, друзья мои. И вот, посмотрите, денежное дерево, все в цвету. У Матиаса Улика в теплицах всегда шикарно цветет денежное дерево. И не одно. Ну вот это огромное такое, просто прелесть. Приятно посмотреть. Мое денежное дерево дома еще ни разу не цвело. Ну, посмотрим, как дальше будет. А вот какие замечательные, огромные цериусы. Все в паутине, но красивые. Здесь на зимовке подрастают тоже суккуленты. Как я вижу, рибуции, сулькорибуции. Полное собрание разнообразных кактусов. И дальше пошли немного суккуленты. Так, опять вот здесь вот грузоны разные, с большими колючками. Тоже укореняют. Подготовили, уже будут высаживать. И, конечно же, с маленькими колючками очень много. Как они хороши, как они хороши. Огромное количество стеллажей. Ну, здорово. Вот такие. Да, еще мы пойдем, конечно, посмотрим и другие кактусы на другой стороне. Также посмотрим те, которые стоят за небольшую цену. Они не очень хорошо выглядят. Сейчас мы подойдем к ним. А здесь вот, пожалуйста, подвои. Размножают кактусы. Это Риоцериус юсбертии. Его размножают на подвои. Конечно же, это очень хорошо, будет на что привить более ценные кактусы. Возможно, я в этот раз вам и не буду показывать полностью все теплицы, все кактусы, которые здесь растут. Вот это астрофитум гибридный. Наверное, супер кабуто. Очень много, очень красивые. И стоит цена 19 евро один. Они очень хороши. Есть довольно прекрасные экземпляры, но мне кажется, астрофитумы гибридные проще все-таки взять, купить семена и посеять. Вот здесь, в этой части теплицы, находятся разнообразные хильдевинтеры на размножении. Очень много их. Конечно, их огромное количество. И вообще кактусов так много, их просто все не купишь и не заведешь, ведь все упирается в место. Всегда у всех нехватка места. А здесь шикарные толстые лафофоры. Целая куча. В этом райончике здесь, где растут
очень, которые кактусы любят холод. Еще холоднее, видите, здесь окна открыты, здесь опунции и разные другие. Весной они красиво начинают цвести, и тогда, конечно же, супер, есть что посмотреть. Ну и вот, наконец-то мы добрались. Как говорится по-немецки, это называется шнепщин. Шнепщин, когда за дешево, относительно дешево, продают разнообразные кактусы, которые уже никому не нужны, но все же жалко выбросить. Здесь можно найти интересные цериусы. У кого есть место, тот покупает. Несколько раз я брала кактусы отсюда. И довольно-таки интересные. Вот, у кого есть место, может себе приобрести. Вот такой вот кактус, видите? Неправильно стал расти, и вот наросла шишка сверху. Вот так вот. И вот здесь вот интересные. А вот грузон в неправильной форме. Ну, его можно обрезать и переукоренить. Видите, какая вот трагедия, сколько их. А вот такой вот лохматый кактус. Как вы знаете, у меня растет в теплице. Этот у них наклонился, а у меня он в теплице цвел весь сезон. Жалко, конечно, их всех. Хочется всех купить и спасти, но, к сожалению, это невозможно. Какие красивые расцветки. Вот сколько много и очень красивых цветов, расцветок. Просто шикарные. Здесь зимуют эпифилумы. Целый огромный ряд. И вот здесь немножечко литопсов. Можно посмотреть капелечку. Так, литопсы еще не подорожали. По 4 евро. Вот, литопс фулвицепс аурея. Отдыхает, меняет листья. Ну и много-много других очень интересных. Посмотрю, немножечко похожу. Здесь мы зашли в небольшую теплицу, там, где теплолюбивые растения. Очень интересно. Вот, сейчас тоже немножко посмотрим. Ну, буквально коротко. Вот, смотрите, какой интересный. Так. Ну, и, наверное, на этом мы остановимся. Будем досвиданькаться с вами. Я рада, что немножечко поснимала для вас кактусы. И надеюсь, что вы моим видео довольны. Спасибо за комментарии и подписку. До свидания!